По традиции, присягу на верность Родине будущие сотрудники Росгвардии приносят в торжественной обстановке на территории 35-й береговой батареи. Это, считает Сергей Колбин, оставляет определенный отпечаток в душе каждого бойца. Сотрудников, которые принимают присягу, обязывает к чему-то. Это мероприятие, которое основано на героике, на патриотизме в нашем городе. Вот, поэтому я думаю, что такое мероприятие, как присяга, это не просто слова, это не просто клятва. Это то, что идет где-то из глубины души, и бойцы должны этим проникнуться, чтобы никогда ее не нарушить. Сержант полиции Виктор Дон отслужил срочную службу в армии. Вернувшись, решил, как настоящий севастополец, как наследник воинской славы предков, он продолжит защищать родину. Теперь в рядах Росгвардии. Родители у меня тоже все всегда служили, поэтому считаю свое призвание продолжить, так сказать, родословную, защищать свой город, интересы граждан, свободу человека. Мы даем клятву своему государству, своей родине, народу, который мы защищаем, несем службу, что мы будем клятво, доблестно, не нарушая законы, нести охрану. Родные и близкие новобранцев тоже здесь. Пришли разделить с ними торжественный момент. Мама Виктора, Татьяна Дон, работает в компании, которая проектировала пантеон памяти и площадь звезды на 35-й батарее. Поэтому к празднику относится с особым трепетом. Для меня это двойное событие. То есть на территории, в которую была вложена душа и сила нашего коллектива, мой ребенок сегодня будет принимать присягу. Он всегда смотрел на нашу семью и с детства мечтал о том, что он будет военным. Ну вот, мы дошли до этого. Сейчас мы принимаем присягу сегодня на верность России. К торжественному моменту принятия присяги ребята шли долго. Сначала каждый из них прошел целый ряд испытаний на прочность. Теперь вместе со старшими товарищами они будут нести службу и защищать общественный порядок в Севастополе. Ребята были приняты на службу, прошли квалификационные испытания, прошли период адаптации, прошли период слаживания в подразделениях, прошли период подготовки. За каждым из них был закреплен наставник, и около месяца они подходили обкатку, проходили в наших подразделениях, вот, познавали моменты определенной служебной деятельности. После торжественного принятия присяги росгвардейцы отправились на экскурсию по историко-мемориальному комплексу 35-я береговая батарея. Анастасия Красная, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.